Меня зовут Вика, и только сегодня у меня закончились курсы от Зори Файна. Я очень благодарна этому фотографу, этому замечательному человеку за то, что он делился со мной своим опытом, своим временем, своими навыками, обсуждал со мной мои фотографии, подсказывал, как лучше. Я научилась множество всего нового. Очень благодарна Зорию за то, что я могу вот себя сейчас назвать выпускницей его фотокурсов. Наши занятия происходили в онлайне, мы созванивались в скайпе, все было вовремя, я могла отправить свои домашние задания, свои фотографии, Зори их просматривал, и мы все обсуждали на занятиях, я обращала внимание на свои ошибки, все оговаривалось. Конечно, очень мало, хотелось бы немножко больше еще бы созваниваться, обсуждать, потому что множество тем, на которые я бы еще хотела задавать вопросы, множество тем, которые хотелось бы обсудить, но я и так благодарна за этих 10 уроков, потому что у меня была большая каша в голове, я фотографировала все на свое усмотрение, вот сейчас я хотя бы знаю, что я делаю, как правильно делать, всем советую, и даже если скайп, то это очень даже удобно, и всем советую. Спасибо еще раз, Зори.